Эгоизм и любовь. Сейчас все просто. Вся наша любовь – эгоизм. Все просто. Но все же мы назовем любовью ту любовь, которая связана с чувством долга и ответственности. Почему? Она очистится от эгоизма. Это уже можно назвать любовью. Так же, как человек, который встал под душ, мы уже не критикуем, что он грязный. Он скоро будет чистый. Он в процессе. Сейчас вся наша любовь, она эгоистическая. Но если мы связаны с чувством долга, значит, есть брак, ответственность, воспитание и прочая цель жизни общая, это уже можно назвать любовью. Это принимается как любовь. Я привожу такой пример. Если мужчина подходит к женщине и говорит, я тебя люблю, ну, на пару дней, хорошо? Вот это самая эгоистическая, похотливая любовь. Она говорит, люблю, но это означает семья, дети, общая цель жизни, вместе проживем, вместе придем. Вот это называется, можно быть любовью. Она станет такой именно. Любовь безответственная – это дешевка. Западная подделка. Специально для русских людей. Особый дар Запада. Мы знаем это уже. Мне кажется, что мы достойны чего-то большего.